Было ли когда-нибудь у вас такое, что вам завтра нужно очень рано вставать? Вы уже легли спать, завели будильник на утро, но заснуть не можете, потому что волнуетесь, потому что завтра ответственное мероприятие, ну, например, экзамен. Если да, тогда сегодня я вам расскажу супер три методики, которые помогут успокоиться, расслабиться и заснуть. Смотря это видео, вы можете выполнять эти методики. Первое упражнение я взяла у Константина Сергеевича Станиславского, того самого знаменитого режиссера, который известен фразой «Не верю». Он развивал актерские способности у своих артистов. И одним из пунктов развития актерского мастерства есть развитие актерского внимания. Именно на актерское внимание и будет это упражнение. Но оно помогает и заснуть. Поэтому прилягте на кровать, закройте глаза, и постарайтесь услышать все, что происходит у вас в комнате. Например, как гудит компьютер. Или, возможно, ползет жучок. Прислушайтесь. Я дам вам минутку послушать. Прислушались? Когда будет у вас свободное время, напишите в комментариях, что вы услышали. Теперь задача посложнее. Также с закрытыми глазами лежим, отдыхаем, плавно дышим, но стараемся услышать все то, что происходит на улице, вне вашего дома. Как ездят машины, возможно, люди разговаривают или поют птицы. С утра напишите мне в комментариях, что вы слышали. Дам вам минутку послушать. Теперь постарайтесь услышать все то, что происходит у вас внутри. Как бьется сердце. Возможно, бурчит в животе. Обратите внимание не только на слуховые, но и тактильные ощущения, что вы чувствуете внутри, все ли в порядке. И сконцентрируйте внимание только на себе, на том, что находится у вас внутри. Минутку послушайте. Если вы еще не заснули, методика вторая. Дыхание по квадрату. Медленно вдыхаете на протяжении 4 секунд. Раз, два, три, четыре. Остановили дыхание и 4 секунды не дышим. Раз, два, три, четыре. Теперь медленно выдыхаем, тоже 4 секунды. Раз, два, три, четыре. А теперь опять остановили дыхание на 4 секунды. Раз, два, три, четыре. Если 4 секунды вам много, тем более, что я говорила во время того, как считала, то вы можете делать интервалы поменьше. Давайте теперь по 4 секунды, и я уже не буду говорить. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Продолжайте в том же духе, уже самостоятельно. У нас осталась третья методика. Ее я вам расскажу в следующем видео. А кому было полезно это видео, поставьте пальчик вверх, подпишитесь на канал и обязательно нажмите на колокольчик. И скажите мне, пожалуйста, как вам с этим микрофоном? Лучше или хуже? До новых встреч!